I feel very privileged to be invited to visit your plant. А потом Теодорус Бейс добавляет, что считает себя даже гостем привилегированным. Еще бы, он директор Ассоциации металлургической промышленности Нидерландов. Но важнее другое, вместе со своими коллегами он представляет агентство по энергоэффективности. Мы привезли голландских специалистов, агентство по энергоэффективности, оно голландское агентство, но европейского уровня. И наша задача, вот этот пилотный проект на высокотехнологичном предприятии, найти резервы энергоэффективности, снижение энергоемкости нашей продукции. Дело в том, что трубная металлургическая компания – крупнейшая в мире компания, которая много инвестирует в техническое перевооружение. Сегодня практически все заводы компании, в том числе и Северский трубный завод, закончили первый этап своего перевооружения. Так, рассказывает управляющий директор Михаил Зуев, на Северском трубном идут серьезные инвестиционные преобразования. За последние годы в сталеплавильное производство вложено примерно 14 миллиардов рублей. В четвертом квартале 2013 года планируется запустить новое трубопрокатное производство. Уже есть проекты по строительству нового термоотдела. Теперь наша задача, рассказывает Михаил Зуев гостям, не только продолжить реконструкцию, но и производить продукцию с высокими потребительскими свойствами. Поэтому в 2010 году мы снизили свои издержки при производстве нашей продукции на 800 миллионов рублей. Мы практически максимально получили результат от снижения расхода металла. Мы прошли до каждого рабочего места, проанализировав нашу технологию, поставив конкретную задачу по каждому рабочему месту, как это рабочее место должно эксплуатироваться, как получить максимальный экономический результат с данного рабочего места. А еще Михаил Васильевич рассказал голландской делегации, что по итогам 2011 года Северский трубный завод снизил затраты на 320 миллионов рублей. В этом году специалистами предприятия разработана программа по снижению затрат на 240 миллионов рублей. Но, признается управляющий директор, значимых резервов практически уже не осталось. Поэтому сегодня основная задача перед коллективом завода – это снижение удельных энергозатрат. Мы видим, что достаточно большая часть наших затрат – это энергозатраты, а в себестоимости это порядка 10-11%. Поэтому перед коллективом специалистов была поставлена задача разработать программу снижения энергетических затрат. И цель, которая поставлена, снижение удельных затрат на 30%. Управляющий директор рассказывает голландцам, не скрывая, что сегодня валовый национальный продукт в Российской Федерации по энергозатратам выше примерно на 40%, чем в развитых странах. Поэтому сегодня на Северском трубном заводе ставится амбициозная задача снизить этот показатель по энергозатратам примерно на 30%. Сначала некоторые посчитали это авантюрой, но когда начали заниматься проблемой плотнее, оказалось, что это реально. И вот сегодня программу по энергоемкости презентует голландцам главный энергетик Северского трубного завода. На стадии проектирования новых видов производства были заложены современные энергоэффективные технологии. There's so much they want to do that, well, between now and 2020, so it's a very big step. Так много предстоит сделать до 2020 года, так много озвучено. Естественно, это будет делаться шаг за шагом.
I think our support is not necessary because the plans are so well developed. Мне на первый взгляд показалось, что наша поддержка практически не нужна, потому что план настолько четко разработан, что мы увидели конкретные проекты. А в это время руководители от Министерства промышленности Свердловской области уже объясняют, что бизнес есть бизнес. Сначала он инвестирует, но потом вопрос экономического результата встает на первый план. В данном случае ключевой вопрос экономики – энергоемкость. Специалисты из Европы знают, как снижают энергозатраты, и сегодня делятся опытом добровольно, бесплатно. Мы вот сегодня слышим доклады завода и очень хорошие проекты, большая работа, серьезные планы. Но важно сопоставить европейский опыт и наш опыт, понять, а если трубная металлургическая первая в мире, то опыт специалистов предприятия, он лучший в мире? Или где-то мы в середине? Я, может быть, в хвосте, не знаю. Думаю, что ближе к лидерам. Зачем изобретать свой велосипед? Приехали специалисты, поделятся опытом. Мы оценим, где мы находимся. Корнелиус Смоквельд также поражен нашими планами снизить энергозатраты на 30%. Он впечатлен. Для Нидерландов, говорит Корнелиус, целевой показатель 2% сокращения энергозатрат уже является хорошим показателем. И вот сегодня специалисты Северского трубного завода и голландцы делятся опытом. Им надо найти сильные и слабые стороны друг друга, а потом с учетом коррекции начать реализовывать программы по энергосбережению. «Шаг за шагом», сказали на Трубном. «Step by step», подтвердили голландцы. Ольга Фролова, Сергей Чижов, новости нашего города.